святые места, если в них хоть однажды зайдешь, то потом, где б ты ни был и кем бы ни стал, вновь сюда непременно придешь. Здесь молитвенных пений слышны голоса, что восходят торжественно под небеса. Средь божественных ликов лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья молятся Богу о нас. В лихолетие святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклонясь древним стенам святого молю, нас Иосифе благослови. Здесь под звонкое пение колоколов, средь горящих на солнце золотых куполов, средь божественных ликов лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей, слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырский старинный предел, поклониться священным мощам. Хор монашеский в храме молитву поет, и пока она с нами, Россия живет. Средь божественных ликов лампад и свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, не с высоких трибун и без громких речей, слышишь, братья молятся Богу о нас. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях отец Андрей Гуров из села Берново Тверской епархии. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо, батюшка, за песню. Вот я чувствую, что вы прониклись к монастырю. Вы о каком монастыре пели? Иосифа? Это песня о Иосифоволоцком монастыре. Но она посвящена, наверное, всем монастырям. А где она находится, этот монастырь? Этот монастырь находится неподалеку от города Волоколамска, Московской области, село Теряево. Вот, кстати, в этом году будет там проходить праздник обретения, 15 лет будет мощей преподобного Иосифоволоцкого, 8 октября. Он же здесь, в Петербурге, обрели его мощь? Нет, его мощи обрели там, в самом монастыре, да. В Иосифоволоцком монастыре. А, это Иосафа Белгородского мощи обретены. Возможно, да. Потому что Иосифоволоцкий, он как и подвязался в монастыре, он никуда, в общем-то, и не выезжал, скажем так, за пределы, надолго, по крайней мере. Вот. И вот его мощи находились под Спудом. И 15 лет назад, Божьей милостью, еще был жив владыка Петерим, митрополит Волоколамский Юрьевский. Вот его стараниями, его трудами, его молитвами были мощи обретены. Вы там бываете, да? Да, я довольно часто там бываю. Но это те места, где духовное становление, скажем так, начиналось. И у меня много с этим монастырем связано. Вся наша семья там. И долгое время мы жили рядом с монастырем. Я там трудился. Понятно. Поэтому... Родные сердцу места. Да. Это хорошо, когда такое место есть, да? У человека. Конечно. Есть куда вернуться, есть что вспомнить. Доброе, хорошее. Опять наполниться тем живым таким, настоящим, что нас в этой жизни одушевляет. Да. Хорошо, конечно, иметь за спиной монастырь.
молитвенников в этом монастыре. Я бы даже так уточнил. Ну, и молитвенников. Да. Ну, это точно. А сейчас вы же тоже были при женском монастыре, да? Да, потом Господь, да, так же. Причем этот женский монастырь, он также был связан с именем Иосифа Волоцкого. Промыслительно так получилось, что это были земли как раз в свое время приобретены монастырем. Вот, и они, в общем-то, на этих землях был построен монастырь. Женский жительный монастырь, город Осташков. А сейчас у вас Успенский храм. И еще какой-то, я слышал, храм. Да, еще один храм села Луковникова, где также есть предел Иосифа Волоцкого. Да? Да. Удивительно, образом. Преподобный не оставляет. Вот он ведет таким, знаете, своим путем. Видно. А уже далеко от вашего храма это место? 25 километров. Не так далеко. То есть, если на машине, то не так да, далеко. Да, на машине рядышком. Ну что там, в каком состоянии этот храм? Храм пока, к сожалению, в состоянии нуждающемся в реставрации. Вот. То есть он осквернен или как, что там с ним, он разрушен? Там была какая-то канцелярия, что-то такое, то есть было сделано в этом храме два этажа, там потолок такой, фальшпотолок, и, в общем-то, такой для административных нужд как бы был предназначен это здание. Сейчас оно совершенно такое разрушенное, в плане там нет ни окон, ни дверей. Ни отопления, ничего нет? Ничего нет там, да. А крыша? Крыша есть относительно. Протекает, нет? Естественно. Господи помилуй. Зато она и крыша. Надо обратиться к братьям и сестрам, чтобы они как-то обратили внимание. С Божьей помощью, я думаю. Если, опять же, Иосиф Волоцкий, скажем так, направил как-то, да, промыслительно, опять же, туда вот. Ну, и я думаю, что и помощь придет. Да, откройте секрет, отец Андрей, по поводу количества детей ваших. Сколько у вас сейчас? Ну, у нас при приюте, да, если брать приют, только у нас. А у вас еще приют есть? Приют, да, детский. Мама и дитя, так называемые. Мама и дитя, да. При храме, да? Да. Ой, я об этом не слышал, что именно так называется. У нас, как бы, к сожалению, нет возможности многих людей принять, потому что у нас нет жилищных для этого условий. Вот мы сейчас планируем, конечно, перспективу построить рядом с храмом. Есть там кусочек земли, вот, старый домик там стоял, мы его снесли и освободили, скажем так, для будущего строительства. И там вот будет сколько детей? Вот если брать маму и дитя, то их трое. Вот. Так еще есть у нас четверо приемных детей, вот. Но это уже наши. И ты уже дети. Семь? Хотя они все наши. А ваши? Чужих не бывает, да? А ваших сколько? И своих пятеро. Так, это сколько получается, 12, что ли? Я не читал, все. Вы запутались, да, уже? Наверное, так, да. Примерно 12. Господи помилуй, как вы все, и два храма, еще местность, где не такой же богатый народ, как вы... Знаете, как-то вот сохранились какие-то старые связи, скажем так, да, вот людей, которые нас помнят еще и по Иосифу Волоцкому монастырю, и по жительному Осташковскому монастырю, и как-то эти люди к нам приезжают Петербург и помогают. Вам помогает, я знаю, Лариса. Да, да, Петербург, низкий поклон, да, вот общество. Жителям всем Петербурга, без исключения, и еще более низкий поклон тем, кто действительно помогает и приезжает, не забывает нас, несмотря на такое расстояние дальнее, вот, и люди жертвуют, и у меня даже у вас на воспитании молотарник, да, Саша да, маленький, да, да. Вот такой он трудный подросток, трудное время, и вот, может быть, да, для него как раз это сейчас такая школа, может, он сейчас ничего не понимает, но когда вырастет, он будет, вот, я так понимаю, что это все он впитывает, хоть он там кочевряжется. Что-то должно остаться, да, безусловно, да. Какая-то частичка. У нас вот тоже был период, когда мы вынуждены были своего даже вот ребенка там, Леша, да, у нас младший самый, отдать, скажем так, на целый год в такой православный интернат, как бы, да, вот он там у нас, когда меня перевели, вот это было очень сделано неожиданно, и, естественно, у нас не было возможности его оставить одного, доучиться в школе, в этом в Осташкове, потому что нам приходилось ездить вот до храма и обратно возвращаться, и мы перевели на целый год. И вот он там в этом интернате так много хорошего почерпнул, что приехал совершенно другим человеком, даже явно с мамой. Как после армии, да? Да, бывает, да, обычно. Да, в армии повзрослел, да, человек, правда, как после армии. Такая армия жизни такая для него там была.
за это год. Где? Человек, какое место? Это Мышкино. Есть такой православный приют. Павлин называется. Мышкино. Вот, Мышкино это где? Татьяна Алексеевна. Нет, это не Ярославская, это Московская область, неподалеку от Бородино, неподалеку от Можайска. Вот, там славные есть места. Да, да, такие тоже исторически значимые. А пришла пора песни. Очень интересно, надо было как-то все это... Мы еще поговорим после передачи. Ну, эта тема, да, она бесконечная, можно ее обсуждать. Спойте что-нибудь. Следующая песня, она называется как раз... Вот, она была как раз посвящена Алёше, когда ему было 4 года. И он нес свечечку вот эту из храма, да. Я же часто эту песню исполняю. Но вот на вашей передаче, по-моему, впервые, да, «Огонёк»? Не помните? Я не помню. Пойте, все хорошо. Из церковных, из ворот, что на берегу реки, помолившийся народ прочь уносит огоньки. И веселый, озорной ветер прячется в камыш, от него прикрыв рукой, в дом свечу несет малыш. Пожелать тебе хочу, чтоб Господь тебя хранил, ветерок твою свечу никогда не погасил, чтобы путь твой освещал этот малый огонек, в нем начало всех начал, сынок. Я хочу, чтобы ты знал и с собою в жизнь унес, что за нас с тобой страдал во спасение Христос, чтоб и ты всегда светил потерявшимся в ночи и любовь в себе хранил, как сейчас огонь свечи. Пожелать тебе хочу, чтобы ты ее сберег и любви не погасил. В сердце малый огонек, помни это и живи. Ты всегда лишь ей одной, верь, спасение в любви, родное. А когда ты подрастешь и шагнешь ты за порог, будут ждать тебя в пути перекрестки трех дорог. Влево жить и преуспеть, вправо нежиться в тиши, ну а прямо поскорбеть во спасение души. Пожелать тебе хочу, чтобы ты свой путь избрал и донес свою свечу, и тепла не растерял, и всегда спешил туда, где твой свет необходим, чтоб никто не был тобой судим. И всегда спешил туда, где твой свет необходим, чтоб никто не был тобой судим. Господи, такое напутствие. Он сейчас вырос, слушает эту песню? Леша, хоть? Да. У него, наверное... Даже недавно только об этом узнал, что песня про него. На мобильнике, наверное. Нет, это на мобильнике этой песни нет, но
то, что... Слишком длинный звонок будет тогда. Да, наверное. Надо же все длинный и заунывный. Ну, и вы еще песнями воспитываете детей таким образом. Они, ну, они вообще, да, подпевают, конечно. Они как-то участвуют в вашем творчестве? Да, вот это как-то так положительно влияет на, вообще, на их воспитание. Они видят, что как бы папа вот что-то такое умеет, пусть не настолько там профессионально, как хотелось бы, но тем не менее, вот, вот это вот дар, который, наверное, Господь дал мне, вот, и он для воспитания тоже положительную роль играет, безусловно. Ну, они гордятся, наверное. Ну, или они считают, что это в порядке вещей? Наверное, гордятся. Если по-хорошему, по-доброму. Ну да. Пусть гордятся. У нас папа вот. Все дети должны своими отцами гордиться, на самом деле, какими бы даже они ни были. Это потому что уважение к отцу – это уважение к Богу, да, в дальнейшем человека приводит. Вот как взаимоотношения с отцом возникают, и, а как они вот в жизни, да, происходят, так же они потом к Богу будут направлены. Есть такая параллель. Вот как психологи говорят, я не профессионал. Мне кажется, что отчасти это правильно. Ну, для многих отцов это бальзам, то, что вы сейчас говорите. Конечно. Сейчас мужчины очень трудно в наше время самоутверждаются. Утверждаются очень трудно. Мужчинам трудно и копейку заработать. А особенно, ну, можно кусок урвать, да, ну, украсть. А ты не станешь же примером для сына. А если ты честно работаешь, да, и пашешь, да, и видят дети, что ты с ног там сбиваешься, приходишь и падаешь, а это не приносит денег, и тоже они могут осудить. Да, тоже теряется авторитет. Да. Вот как-то это все очень сложно. Надо все это объяснять им. Все на грани. Да. Это без духовности, без какой-то, да, вот, без молитвенности. Это... Да, если нет духовной основы, то да. Все вот это происходящее трудно ребенку объяснить. Да, потому что вот у соседа там, вот приехал на джипе сосед, да, последней модели, у него там горячая вода в доме, там туалет, вот, все в шоколаде. Да, папа ходит на охоту, рыбалку, больше ничем не занимается, вроде как, видимо, да? Тем не менее, все есть. И все есть. А другой папа просто надрывается, и ничего нет. Как детям это вот пережить? Как им объяснить в таком возрасте? В общем, очень опасна, да, такая ситуация? Ну, детям, во-первых, да, конечно, что надо объяснить, что не то ценное, что можно руками потрогать, да, что-то то ценное, что у тебя в душе, что у тебя в сердце. Я так понимаю, что вы создаете среду своим детям, да, вот такую среду деятельности, и они в ней живут, ну, вот, да, тот же самый дом, вот этот храм, ну, труд, все вокруг этого же, и они погружены в эту среду. Да, все дети, в общем-то, так уже взрослые, несмотря на то, работают вместе. Не бунтуют у вас дети? Нет, наоборот, их это палкой не выгонишь там. Даже те, которые сейчас живут, ну, не с нами, понятно, что вот дочери уже замуж вышли, там у них свои заботы, свои дела, но тем не менее всегда приезжают и с внуками, и с внучками. То, что многие сейчас хотят жить современной жизнью, жизнь-то предлагает, вот реклама, да, и это, их все очень хочется, и планшет хочется, и интернет хочется, и, не знаю, игрушку какую-то такую, которую вот одноклассника есть, а у меня нет, а папа говорит, что... Нет, по минимуму все это есть. Да, но под контролем, да? Под контролем, да. Я недавно вот у нас на пасторале была. Страсть не приходила. Женщина пришла на пастораль, и, значит, и она с мальчиком, и он там читал стихи, он такой начитанный. Он принципиально, ему 13 лет, он принципиально не дотрагивается ни до каких компьютеров и гаджетов, виджетов. Вот. И они планируют нанять специалиста, который обучил его работать на компьютере. Компьютер – это развлечение, получается. Ну, он погружается в какие-то игры, какие-то там рисунки. В общем, все это как развлечение, отвлечение. А вот работать никто его не учит практически. Согласен. Потому что это же помощь, энциклопедии, там какие-то погружаться в научные какие-то, искать информацию об искусстве, культуре, уметь это находить в просторах. Ну, тут тоже должен баланс быть. Да, как не вляпаться в какой-то, ну, на какой-нибудь сайт,
который может смутить. Вот. Это все надо учиться, и строгий родительский контроль. Ну, опять же, это все, вот, согласитесь, батюшка, что вот если есть какая-то духовная уже какая-то основа, да, на которую можно опереться, то через призму, через, скажем так, сито этой основы, да, ты уже все отсеешь, все тебе не нужно. Это как школа, да, мы же не скажем, что дети не хотят, школа там вас плохому научит, и вы будете сидеть дома, мы вас на индивидуальное обучение там какое-нибудь посадим, да, и чтобы, не дай бог, как мимоза это в ботаническом саду, да, будет выращиваться человек. Он должен тоже иммунитет получить от этой жизни. От нашей порой да. не совсем правильной, не совсем да. такой да. чистой, и, чтобы противостоять уметь этому. Но если у него есть уже какая-то основа. Ну, если есть авторитет у него рядом. Ну, безусловно. А конечно, если нет авторитета? Или он ищет авторитет на улице? Все тогда... Если нет своего, то будет искать на улице. Все тогда это так. очень сложно потом. Вот надо всегда это... Так, ну, воспитание, понимаешь, вот процесс бесконечный. Сашу как раз, по-моему, послали, чтобы он не искал авторитетов на улице или где-то еще. Дай бог. Он в поиске, но не думаю, что он остановит свой поиск именно на том, что где-то найдет на стороне. Это, я думаю, авторитет. Может, он сядет там у Бернова на лавочку, где Пушкин написал, я помню, еще на мгновение, и напишет какой-то стих. Передо мной явился авторитет. Пусть не складно, но по сути правильно. Да. Он похож на Пушкина, кстати, да. Да. Внешне. Ну, дай бог, верно, уже должен быть свой. Ну, там же дух витает, наверняка, такого гения, да, великого. Ну, там не часто было, но четыре раза за всю свою жизнь он там побывал, да. Ну, довольно длительный период. Вот весь рождественский пост он там был, первый свой приезд. А к вам, ну, вот эти паломники, именно, которые почитают Александра Сергеевича, поэзию, к вам тоже приезжают, да? Приезжают, да. Ну, они приезжают в музей и параллельно к нам иногда заходят. Посещают, да, храм. Передача, ну, потихоньку... заканчивается, как всегда, жалко, что мало общаемся. У нас есть возможность пообщаться, можно сказать, только на передаче с вами. К сожалению, да, это так редко бывает. Вы сами за рулем приехали с матушкой. Ой, спаси Господи, помоги вам, Господи. И молимся о вас, и вы за нас молитесь. Спасибо, Господи, Божка, да, всегда тоже. Потому что, видите, вы меня подкрепляете, священник с гитарой, это все-таки до сих пор еще явление. Вот спасибо, вот мы сидим друг против друга. Что вы понимаете, что это не единоличное явление в вашем лице, да, но еще есть. Да, нет. Я бы, может, не хотел единоличником быть. Я просто. Я просто сиронизировал немножко. Да, хотел. Чтобы это, ну, было нормально. Чтобы это была все-таки вот действительно миссионерская такая деятельность, и люди это понимали. В первую очередь, конечно, в первую очередь. Понимали. Это не самовыражение, да, как некоторые там вот как-то себе хотят чем-то действительно выразить, еще если это на публику, то это вообще был бальзам на душу. А здесь надо вот именно понимать, что ты проповедь твоя, да, которую то, что если ты после концерта несешь. Вот пойдет, человек подойдет и скажет, батюшка, исповедуйте меня, я там что-то, или завтра я пойду креститься, вот и все, вот оно, вот он ответ, если так будет получаться. Да, да. А так бывает. И придет бывает. Действительно к покаянию через песни, потому что в ваших песнях постоянно сквозит это покаяние. Вот я, к сожалению, не писал специальных песен, вот, но у меня вот внутри все-таки зреет вот, написать циклами, писать какими-то. Вот. Угу. Ну, пока еще, вот так как стройка, вот, храм Василия Великого, и дальше еще один храм, сейчас уже документы. Я не могу, не успеваю вообще ничего. Еще храм передали? А? Еще один храм передали? Не передали, а сейчас я готовлю документы к строительству еще одного храма, вот большого. Я, Господь мне так судил. Через кого, батюшка, храм? Чудо архистратига Божия Михаила в Хонях. Чудовский храм. Хочется чуда. Неподалеку от вас он, да, будет строиться? Рядом, да. Рядышко. Ну, в Осиновой роще также, на горке. И дай Бог, будем молиться. Познав богатство, все признания и власть, и получив ответ на каждый свой каприз, душа опять куда-то понеслась вдоль по дороге под названием «Жизнь». Душа опять куда-то понеслась вдоль по дороге под названием «Жизнь». Поняв, что пишет кистью по воде,
не может смысл бытия понять, чего-то ищет, не найдя нигде, и страх пред вечностью пытается унять. Чего-то ищет, не найдя нигде, и страх пред вечностью пытается унять. Ее влечет вселенская тоска, и безысходность навевает мысль. На стене в углу иконная доска, нет, не доска, окно распахнутое ввысь. И коль удастся ей постигнуть и понять, на самый важный свой вопрос найти ответ, она узнает, как легко терять все для спасения, и его дороже нет. Она услышит, как безмолвие небес звучит сильнее, громче лживых голосов. И сколько явных ощутит она чудес, узнав, что в вечности нет времени часов. И столько явных ощутит она чудес, узнав, что в вечности нет времени часов. И разобьется серая тоска, струной веры наполняя мысли, улыбнется вдруг иконная доска, в ответ молитве приоткроет вечный смысл, и улыбнется вдруг иконная доска, в ответ молитве приоткроет вечный смысл. Господи, знаете, спасибо. Я еще что представил? Едет водитель по дороге, в автомобиле, по городу. Вокруг суета, суета, все бибикают. Звучит ваша песня, он поставил диск, и вдруг он увидел храм, ну вот, и вдруг что-то у него сердце шевельнулось. И на красный туда. Он разворачивается, остановился, и зашел в храм, поставил свечку, постоял немного у иконы и поехал дальше. И в этом есть какой-то смысл. Наверное, вот самое важное. Нашего с вами вот делания. Да, да. Вот. И если это есть, то ради этого стоит и жить, и бороться, и претерпевать порой. Так что, слава Богу за все. Куда без скорби? Слава Богу за все. Конечно, скорбями уже. Спаси, Господи, отец Андрей, за вашу... За то, что вы к нам приехали. Спасибо, Господь. Боже, всем помощи. Лаврские встречи. Закончилась передача. С нами был отец Андрей Гуров. Всем приятного поста. И спасибо, Божьей Господь. Помощи. До свидания.